Вместо имен порядковые номера. 54 неопознанных солдата, погибших в зоне АТО, похоронили на Кушугумском кладбище в Запорожской области. Провести в последний путь бойцов, которые отдали свои жизни за Украину, сражаясь с террористами, пришли десятки запорожцев, военные и представители власти. Хоронили ребят, как полагается, со всеми воинскими почестями и соблюдением религиозных обрядов. Продолжится ли работа по идентификации погибших и как это собираются сделать, знают наши журналисты. На Кушугумском кладбище собрались представители власти, военные и десятки запорожцев. В руках розы, гвоздики, патриотичные сине-желтые букеты и национальные флаги. Признаются, хоть не знают ни имен солдат, ни из каких они городов, сдержать слезы практически невозможно. Детей наших хоронят, ребят, которые нас спасают, которые охраняют наш мир. И если бы я могла, я бы тоже пошла бы на фронт. Но у меня внук просто на руках, из-за внука я не могу. А я бы пошла бы с удовольствием, вытаскивать бы их, из ребят, помогать, чем могу. Была бы только в силы мои, и не одна я такая. Вот эти люди погибли, защищая нашу страну от внешней агрессии. Я не знаю, как это характеризовать правильно, да, история, время покажет. Но эти люди погибли, защищая нашу землю, защищая нашу страну. Они не могут быть чужими никому, кто считает себя гражданином Украины. Среди пришедших проводить солдат и боец батальона «Донбасс» Александр. Говорит, в рамках ротации вернулся из зоны АТО и сейчас не смог не прийти на похороны неопознанных военных. Его батальон тоже понес потери, и, возможно, среди этих бойцов есть и его сослуживцы. У нас там просто захоронили теми же градами. Вот. Мы каждый день обстреливали нас градами по 2, по 3, по 4 раза за сутки пролетали грады. И по большому счету ребята погибали не от пулевых ранений, а это осколочные ранения от минометов, это грады. Поэтому я считаю, что наши ребята выполнили свою задачу до конца. Пусть земля им будет пухом. Формат, скажем так, определенной степени доверия к противнику пропал вообще. А понимаете, что солдаты и офицеры той стороны, они же принимали приказ, выполняли приказ по уничтожению выходящих групп, да, чего-то распоряжения. То есть им кто-то дал такой приказ, видя колонны, которые поверили на слово, идут, проходят мимо них, да, и потом расстреливать их. Это в верхней степени бесчеловечно просто. Тогда уже не давайте никаких слов, не обещайте ничего. Тела 56 бойцов, погибших этим летом в зоне проведения АТО под Старобешевым и в Иловайском котле, долгое время провели в Запорожском морге. Двоих солдат опознали родственники и забрали их. Остальные солдаты навсегда останутся на Кушугумском кладбище. Сами военные не знают, все ли погибшие украинцы. Но, несмотря ни на что, хоронят их со всеми почестями, как воинскими, так и религиозными. Панихиду по усопшим провели представители всех конфессий. Военные говорят, узнать имена уже похороненных бойцов еще возможно. У каждого солдата были взяты образцы ДНК, проведены соответствующие экспертизы. Теперь дело за теми, кто ищет своих пропавших отцов, мужей и сыновей. Коли рідні, знайомі будуть звертатися до районних міських військових комісіатів, щоб відшукати своїх близьких, які загинули в зоні терористичної операції, то вони повинні здати відповідний матеріал для ДНК-експертизи. І після цього тут відповідна судмедична експертиза по відношенню до цих військовослужбовців вже проведена, і будете визначати ступінь рідності. І ми тут встановимо кожного військовослужбовця, який тут буде похований. Военное руководство города и области и все собравшиеся запорожцы надеются, что в скором времени вместо порядковых номеров на табличках будут написаны настоящие имена солдат, годы их жизни и подразделения, в составе которых бойцы несли службу. В будущем на месте захоронения пока еще безымянных воинов на Кушугумском кладбище будет обустроена аллея славы. Герои, не умирайте!